сегодня же? Блин, братан, я вот, кажется, влюбился. Посмотри на эту девчонку. Это же трансуха с ТикТока, я каждый раз вижу, там попадается. Слушай, Хаким, а вот у тебя какой ру? Арган. Он шинде. Козган. Он шинде. Пацан, дайте вперед сяду. Нет, давай Хаким сядет, он толстый же. Все, давай за нас. Давай, давай, давай. Давай. Все, полный нормально? Давай, батаж сэп. У каждого есть такой друг. Че ты как баба сидишь? Нормально сядь вот так. Нормально сядь вот так. Во. И как ты куришь? Нормально кури по-мужски. Во, во, вот так, во. Ну как? Ну как, ну, как ты куришь, блин? А, Жан, мне сейчас неудобно разговаривать, хорошо? Давай я тебе перезвоню. Все, давай, Жан, пока. И че за Жан? Че за... Будь мужиком, нормально общайся, как ты общаешься, ё? Блин, братан, у меня, по-моему, депрессия. Я вот думаю, к психологу сходить, как думаешь? Хотя к психологу, видишь, что ли? Депрессия, ты просто грустный, брат. И бар пьешь пить, давай, давай. Завтра, думаю, к барберу сходить. Чуть хочу бороду подровнять, шкине. Барбер, не имеешь? Просто парикмахер же, парикмахер. Ладно, ладно, парикмахер. Но шугаринг я себе точно хочу сделать, братан. Не, а чё, брат, а чё? Ну всё, я обещнулся, я с ним стану раз на раз сейчас. Да, блин, типа, зачем тебе не надо? Блин, пожалуйста, не дерись, а? Да чё я, брат, мужик сказал, мужик сделал, чё я теперь, спрыгну, что ли? Да, блин, брат, я за тебя переживаю, если ты же мне родной же, блин. Давай не надо, блин. Да, братан, я даже без ноги надо будет, буду бакланить до конца. Да, да ты же сейчас не в состоянии, блин, брат. Да не надо, блин, прошу тебя. Или чё, выйдешь за меня тогда? Я? Да. Или что ты сможешь? Ну да, я смогу, по идее, говорю, давай я сам туда стану. Да, конечно, брат, я тебе поддержу сейчас в любой момент. А? Сможешь по-любому. Блин, по идее, нога болит. Или что, выйдешь реально, брат, может? Блин, у меня же сейчас же трое детей же, брат. Тем более, сейчас не в городе нахожусь. Да? Да сможешь ты, брат, что ты? Нормально все? Давай тогда, пойду. Бля, я за тебя болеть буду, Тима. Давай, от души, брат. Давай. Сможешь по-любому. Бля, пацаны, я вот так вот думаю, да, иногда. Ну, типа, если бы у нас в стране не было коррупции, просто не воровали бы люди деньги, да? Мы бы намного лучше жили. Как вот это вот Европа мы жили бы. Да. У нас все, на работу хочешь, нет, бабки надо дать. В школу хочешь, там, садик устроить, ребенку тоже бабки надо дать. Вот эта коррупция нас пожирает, нашу страну, понимаешь? Йо, вы что, не слышали? У нас в Астане стоит самое высокое здание в этом, в Средней Азии. Ты что, у нас вся таблица Менделеева под ногами, у нас все богато живут. У нас, когда ребенок рождается, ему камни 70 ударят все. Все богатые. Стоп, стоп, стоп. Я слышал, у вас есть коррупция. Нету такого, ты что, у нас нет такой коррупции. Я по новостям смотрел. Я рот закрой свой, эй. Рот закрой, я тебе говорю. Блин, классный фильм, да, Жан? Да, супер. Ох, ё-моё, жена звонит. Алло. Ладно. Уважаемые жители города Алматы, поезд Москва-Астана подъезжает на третий путь. Добро пожаловать. Да-да-да, на вокзале я. Хайрат же сегодня приезжает. Да, сон встречаю. Жан, я же массаж научилась делать. О, да ты чё? Да, давай. О, сюда. Алло. Да, Тиранович. Да. Выше 24, подай срочно. А, на ИСТО я же, да, машина сломалась. Задержусь. А, давай. Давай. Алло. Да пасуй, да, пасуй, да. Давай, 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 пас, гол, давай, давай. На футболе, ага. А зачем ты когда освободишься? Да это Кайра как всегда прикалывается. Ага, давай, Келя. Дорогая, это тебе. Дорогой, ты зачем мне такие дорогие подарки? Лучше жене подари. Офигеть, ты идеально. Твой друг со странными замашками. Родной, холастник. О, you touch my tra-la-la. Тима, сигареты есть, а? Есть, но только тонкие. Oh, you touch my tra-la-la. Мы в городе вот. Куда в магаз сходим? Давай, давай. Сейчас, подожди, я шнурки завяжу.
Запарил, нормально ешь, пожалуйста. Халасин джаном. Ничего, слово на районе сейчас, под с нами. Ты чё? Ну все, дорогая, давай на связи. Ага. Кто это? Сайловой. Чё, родной, давай. Всё, давай на связи. И кичи, Тима. Чё нам? Чё там мы? Здравствуйте, я к вашей сестренке. Э, камгель? Яксымбат. Э, мам, сырдасы бар. Шашы бояулы, татуировный. Мам, сымбат эмес. Саған кетті ғой жоқ па? Е, сен случайно андай ЛГБТ андай-мындай сияқты емессің бе? Не-не-не, пацаны, вы чё, я гетеросексуал. Гетеросексуал? Не ғана сексуальный сияқты етін ба? Е, ертең той жасайтын болса, екі қыз ұзату жасау ғой деп болды ғой. Нет, деньги не проблема, если надо два ұзату, то сделаем. Е, сен білесің ба, негізі сымбат 42-де екен? Конечно, знаю, да, о ее возрасте, да? Я всем близко, а сымбат, джит волос вар. Ребята, это же не главное. Я знаю, что у нее семеро детей. Я буду их любить, как своих. Сымбат! Что-то жарко, прям жарко, да? Блин, что-то холодно, да? Коньёр, что ли, здесь или что? Да что там делать? По-любому порожняк же будет, ё-моё, как всегда. Ты зачем тачку помыл? Дождь же пойдет сегодня, по-любому. Ё-моё, капец ты. Да блин, неохота, честно, туда, неохота вообще, ё-моё. Что там делать, а? Да блин, такая жара, что в городе делать сейчас. Если честно, я устал уже, жестко, я, наверное, домой поеду. Ну нафиг, я лучше посплю. Томас, мать твою, у тебя этот кусок дерьма! А, вот ты где. Томас, какой сегодня день недели? Пятница, сэр. Все верно, пятница. А отчет когда ты мне обещал? Мистер Кунилинский, я обещаю, за два дня я... Заткнись, заткнись! Я тебе сколько раз просил не называть мне так. Просто Джек. Все, собирай вещи, ты уволен! Мистер Кунилинский, Джек! У меня семья. Братан, отчет сделал? Да я не буду его делать. Эй, нам же нового шефа со Астаны поставили. Другом куда, неадекватно. Кусить. За нового шефа не слышал, что ли? Это пацан вообще, 97-го года, блядь, щегол. Буду ему еще отчеты таскать, блядь. Хаким, Ильяс, кто-нибудь зайдите в кабинет, пожалуйста. Ваш Тим. Да, блядь, иди. Сейчас, Ильяс идет. Эй, пастим, блядь. Пошли, Джуниор. Чина, ты за сколько взял этот морковный фреш здесь? За 25, прикинь. Серьезно? Да, капец. Ты здесь в аэропорту вообще нереальные цены. Че, кто-то? Салам алейкум, пацаны. Здорово. Короче, булочки будете покупать? Почем? Булочки? За 7 тысяч тенге вам отдам. За 7? Да, здесь по 10 тысяч. Здесь по 10? Давай. Давай 7 сразу, брат. А что ты нелегально здесь булочки торгуешь, что ли? Нет, почему легально? Я здесь билет за границу взял. Ага. Вот и все, я здесь торгую, короче. То есть ты купил билет за границу, чтобы здесь булочки продавать, что ли, братан? Брат, так два раза выгоднее. Ё-моё. Ты видел здесь все, у всех лица какие хмурые? Все испуганы от цен. Охренеть. 5 штук, да? Что, так выгоднее, что ли, брат? Конечно, два раза выгоднее, брат. Все, брат. По 7 тысяч тенге? По 6, по 6, да? 5 штук. Самса по 10 тысяч тенге. Давай, шраш. Да? Конечно. По 20. Конечно. Кайф от души. Кайфовать хочу.